Ряд вопросов. Прежде всего, работа НПЗ. Какова сейчас ситуация в сравнении с тем, что было на прошлый год, на начало этого года, в динамике, что у нас происходит? Как мы адаптируемся к этим всем санкциям и так далее? Химическая продукция у тебя, мы все говорим, нефть, нефтехимия, химическая продукция, как работают предприятия, пусть их даже немного, но они мощные, большие. То же самое, что у нас происходит на этих предприятиях, как реализация идет. Экспорт – немаловажное значение. Немалый слой проблем в импортозамещении. Это касается и твоего, этого огромного концерна, министерства целого. Ну и союзные программы по формированию единой территории по нефти и газу. Как здесь с твоей точки зрения продвигается вопрос? Ну и другие проблемы, которые ты хотел обсудить. Спасибо, Александр Ильич. Разрешите, базовый тогда сделаю доклад. Нам удалось обеспечить бесперебойную работу абсолютно всех предприятий. Да, отрасли. Не забудь по окончанию модернизации наших двух НПЗ. Если у нас там все не вовремя, то в чем причина? Кто виноват? Безусловно. Нам удалось обеспечить бесперебойную работу всех наших предприятий. Мы обеспечили все платежи в требуемом объеме в бюджет. Своевременно производится оплата за все энергоресурсы и в полном объеме и вовне выплачивается заработная плата. Причем за 6 месяцев реальная заработная плата в целом по концерну соответствует уровню прошлого года.